Денежная валюта Туниса. Динары тунисские. И более мелкая монета — это милимы. Вот. 100, 200. Бумажные вот такие. Покажу. 20 тунисских динар. Десять. 2,5 тунисских динара равняется 1 доллару. Это на сентябрь 2017 года. Так, вот это 1/2. Вот 3-4 монетки. 1/2 динара. Нужно иметь хорошее зрение, чтобы ничего не перепутать. Так, это 1 динар. Это 2. Это 5. Здесь уже в этой монетке добавлено желтого цвета металла. Так, и вот 50, 100, 200. Часто на ценах у них там написано, к примеру, 23 500. Или там 14 900. Вот, все, ребята, пока-пока. И вот квитанция об обмене 50 долларов, что равняется 118 тунисским динарам. На 12 сентября 2017 года.